В Доме правительства Российской Федерации состоялась рабочая встреча по вопросу модернизации системы теплоснабжения Твери. Ее провели вице-премьер Александр Новак и губернатор Игорь Жуденя. Перед этим глава региона и вице-премьер обсудили актуальные вопросы на двусторонней встрече. В том числе рассмотрен ход газификации муниципалитетов Верхневолжья. Всего до 2025 года в нашем регионе планируется ввести более 148 километров газопроводов, отводов, 1100 километров сетей, обеспечить голубым топливом свыше 46 тысяч домовладений, подготовить 117 котельных и промышленных предприятий. Еще один знаковый проект, о котором шла речь – модернизация системы теплоснабжения Твери. Уже проведены технические, финансовые и юридические аудиты предприятия «Тверская генерация». В ходе разговора был поддержан вариант по строительству новых квартальных котельных. Как сообщил Игорь Руденя, по итогам обсуждения решено модернизировать и модель электроснабжения города.